Как правило, в процессе вязания получаются вот такие неровные мотивы. Кончики углов у них загнуты, а сами они выглядят не очень красиво. Есть возможность это исправить и сделать их одинаковыми и ровными. И сейчас я покажу, как. Для этого берется спица или же шашлычная палочка и вдевается в крайнюю точку нашего мотива. В данном случае я вдела в угол квадрата. И так поступаем со всеми мотивами, надевая их подобно тому, как мы делаем шашлык. И вот, что у нас получилось. Также мы поступаем со всеми остальными углами нашего мотива. А если мотив имеет какую-то другую форму, то тогда вдеваем спицу в крайние точки мотива. И когда мотивы будут набраны на спице, надеваем с двух сторон на спице картонки. Картонки вырезаем из самого толстого картона. И затем нашу конструкцию мы крепко стягиваем с помощью нитки. И теперь помещаем нашу конструкцию над кастрюлей с кипящей водой, чтобы мотивы как следует пропарились. Теперь отпаривание закончено, и можно быть уверенным в том, что мотивы получились одинакового размера. С вами была Ирина. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube или на email-рассылку на сайте knittingforbeginners.ru. До новых встреч!